Один из основных симптомов катаракты – появление желтоватой мутной пелены перед глазами. Пациенты с катарактой часто жалуются, что видят окружающий мир будто бы через мутное стекло, которое так и хочется протереть. Люди с диагнозом катаракты испытывают трудности при чтении. Буквы в любимом журнале и книге будто бы расплываются, становится трудно разглядеть печатный текст даже в очках. Людям с катарактой начинает казаться, что у них двоится в глазах. Картинка расплывается, изображения как будто накладываются друг на друга. У пациентов с катарактой ухудшается ночное видение. Людям тяжелее сфокусировать взгляд на предмете в сумерках. Это один из характерных симптомов заболевания, с которым сталкиваются многие. Плохое ночное видение может стать серьезной проблемой для водителей и тех, кто работает в ночное время. Многие пациенты отмечают, что из-за катаракты у них появилась повышенная чувствительность к яркому свету. Действительно, зрительный дискомфорт при дневном свете, ярком освещении – один из характерных признаков прогрессирования заболевания.